طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada And we owe it to show thankfulness where the call is to Allah Ассаляму алейкум ва рахматуллах. В эфире передачи «Я уверовал в Аллаха и Его посланника», который улучшает нашу внутреннюю атмосферу. О, если бы мы могли улучшить ее и в дальнейшем для воспитания себя и нашего общества. Ибо любовь к пророку связана с нашим поведением в жизни. Это не просто любовь или же следование в молитве. Она включает многое из того, что мы узнаем сегодня на нашей передаче. Сегодня мы вместе с господином Хабибом Али Джафри увидим своими глазами, даст Аллах и сердцами, образ пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Уважаемый Хабиб Али, когда мы говорим о нашем господине пророке, да благословит его Аллах и приветствует, мы понимаем, что он наш пророк, наш любимец, наш господин, который донес до нас миссию. Если кто-то другой посмотрит, то скажет, что Аллах выделил, предпочел нашего пророка другим пророкам. Так почему же Всевышний Аллах создал Мухаммада и сделал его самым красивым творением? Почему его выделил среди пророков? Слава Аллаху, который выделил нас Мухаммадом, который спас нас от насилия и темноты. О Аллах, благослови и приветствуй своего избранного любимца и пророка, который представляет собой тайну красоты бытия из самого великого творения, а также его семейства и сподвижников, и тех, кто последовал его путем. Все пророки обладают красотой. Они дороже мне моих родителей, я отдам жизнь за них. Для меня великая честь, если Аллах сделает меня слугой их слуг. Да благословит их Аллах. Иса в особенности из их числа. Спросишь меня, почему? Потому что пророк привязал сердца своей уммы с пророком Исой, когда рассказал, что он снизойдет ближе к концу света. Пророк подробно описал его пришествие настолько, что когда ты слышишь хадис, ты представляешь перед собой эту картину. Он сказал, как будто я перед сыном Марьям, когда он спускается на крыльях ангелов, когда он склоняет голову, то скатывается с него подобно бусинам жемчуга, то есть в результате снисхождения с неба на землю. И снизойдет он на белый минарет на востоке Дамаска в то время, когда люди уже вступят в молитву, а имамом будет кто-то из вас. А это будет наш господин Махди, мир ему. Он попятится, когда увидит, что Иса снизошел. Тогда Иса скажет ему, что Икамат был для него. И Иса, справедливый муж, как и подобает, все расставил на свои места. Он молится за имамом Махди и потом только берет бразды правления в свои руки и управляет уммой. Мы связаны с пророками. Облегчение в молитве связано с Мусой, мир ему. Вначале ведь было предписано 50 молитв. Муса стал говорить посланнику, просил у своего Господа облегчения, ибо твоя умма не сможет выстаивать их. Приход, существование пророка Мухаммада в этом мире связано с нашим господином Ибраимом. Он сказал, «Я то, что попросил мой отец Ибраим и благой предвестник брата Исы и сын моей матери. Все матери посланников видели сон, и моя мать также увидела сон, в котором свет, исходящий от нее, осветил дворцы Бусры в Шаме». Итак, пророк сам говорит о том, что его существование является плодом молитв нашего господина Ибраима. Так, он привязал нас всех с ними. Но Аллах выбирает того, кого хочет, и он избрал его последним пророком. Если он избран быть последним пророком, а его миссия охватывает всех людей и джинов, то есть два мира, она также охватывает любое место и время. Если так, то мы говорим, что она не просто годится для любого пространства и времени, а говорим, что она призвана улучшить любое пространство и время. Она объединяет все миссии пророков до него. В таком случае, нет ничего удивительного в этом. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью. Некоторые мусульмане видят в беседах о пророке, о любви к нему, о приближении к нему, а также следовании сунне, чрезмерность в любви к нему. К
Если бы я попросил сделать то, что они просят, то поведение людей стало бы нелюдским. Чувствам не было бы места в нашей жизни. Они спрашивают: «Вы хотите говорить о пророке?» «Да», говорим мы. Но в этом есть чрезмерность. Они говорят: «Вы любите пророка?» «Да, мы любим». Но не до такой степени, что мы считаем его Господом. Они говорят: «Вы говорите о пророке больше, чем об Аллахе». К сожалению, эти разговоры имеются. К сожалению, они в последнее время начали распространяться. Я не говорю, что это просто ошибка, а говорю, что это преступление, совершенное в отношении Аллаха, а потом пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Если кто-то предполагает, что его любовь к посланнику можно сравнить с любовью к Аллаху, и когда сравнивает, она должна быть ниже, так, чтобы не достигла степени рубубиет, чтобы не впасть в ширк, они говорят: пусть будет чуть меньше. Нет, не меньше, а меньше, чем вот настолько-то. Этот вид сравнения и есть скрытый ширк. Здесь кроется ошибка и опасность. Ты таким образом отделяешь любовь к пророку от любви к Аллаху. У нас в религии нет такого понятия, как любовь к сущности, кроме сущности Аллаха. Но мы любим того, кого полюбил Аллах. Мы любим такого-то человека настолько, насколько любит его Аллах. Наша любовь к пророку вытекает из любви к Аллаху. Доказательством этому являются слова пророка: «Любите меня из-за любви Аллаха ко мне». Он связал любовь к себе с любовью к Аллаху. Далее послушай, в достоверном хадисе от Бухари и других передается: «В ком найдутся эти три вещи, тот найдет сладость веры». То есть три качества, если есть в ком-то, то тот найдет сладость веры. Какое же первое? Чтобы Аллах и его посланник были любимее ему, чем что-либо другое, кроме них. Если на самом деле было бы сомнение в том, что можно впасть в ширк из-за чрезмерной, как они говорят, любви к пророку, учитывая, что это низкий, пошлый разговор, то посланник Аллаха не связал бы любовь по отношению к себе с любовью к Аллаху. Он мог бы сказать: полюбите сначала Аллаха, а потом его посланника, чтобы Аллах, а потом и его посланник были любимее ему. Но все же, когда дело касается воли Всевышнего, то посланник Аллаха запретил это. Когда один сподвижник сказал: «Когда Аллаху и тебе будет угодно», то пророк поправил его, говоря: «Ты скажи, когда Аллаху будет угодно, а потом и тебе». Он отверг допустимость такого сравнения. Но относительно любви что сказал? Сказал, что Аллах и его посланник были любимее ему, чем что-либо другое, кроме них. Тут использовано местоимение двойственного числа. Одно местоимение указывает на Аллаха и его посланника. Если бы было самое маленькое сомнение или опасность в этом, мог ли пророк так сказать? Никогда. Потому что любовь к посланнику Аллаха исходит от любви к Аллаху. Почему я люблю посланника больше, чем себя, свое имущество и детей, и всех людей? Потому что моя любовь к нему возникла по причине любви Аллаха к нему. Потому что Аллах избрал его, потому что он любимец Аллаха. Потому что моя вера несовершенна без любви к нему. Если бы на самом деле была бы опасность чрезмерности любви к посланнику, то никогда бы посланник Аллаха не связал любовь к себе с верой в Аллаха. Он говорит: «Не уверует из вас никто, пока не полюбит меня больше, чем себя, свою семью, отца, детей и всех людей». Почему? Пророк не нуждается в любви кого-то из нас. Его любит Всевышний, и он избрал его и возвысил. Но мы нуждаемся в любви к нему. Почему? Если ты полюбишь пророка больше, чем себя, и твой нафс призовет тебя противоречить этому, то ты не предпочтешь себя ему, потому что он более достоин, чем ты. Ты оставишь свои желания ради желания посланника, саллиллаху алейхи вассалам. Почему? Потому что ты любишь его больше, чем себя. Я не могу назвать это чрезмерностью. Наоборот, это разговор о глубокой любви к посланнику Аллаха. Потому что сколько бы мы ни любили, мы не будем чрезмерными в этом, мы не отдадим ему должное. Какая же это чрезмерность? Речь идет о преисполнении любовью к посланнику Аллаха, об увеличении веры. Посланник Аллаха связывает увеличение любви к нему и увеличение веры. А теперь мы будем противоречить этой сунне? Как можно связать увеличение любви к нему и возможность впадения в ширк? Это явное противоречие. Откуда это пришло? Причина кроется в слабоумии того, кто так думает. В этих сердцах присутствует искушение ширка. Он боится, что если вдруг чуть больше полюбит его, может впасть в ширк. Ты не различаешь между ними. Не думай, что моя любовь к Каабе из-за камней, которые там есть. Я люблю Каабу, потому что это дом Аллаха. Моя любовь к Медине не только из-за земли, а из-за того, что это город посланника Аллаха. Я полюбил Коран не из-за хорошей бумаги, на которой
которой он напечатан. Я полюбил Коран, потому что он является речью Аллаха. Я полюбил нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалам, потому что он любимец Аллаха. Отсюда следует, что моя любовь к Каабе означает мою любовь к Аллаху. А любовь к Корану является любовью к Аллаху. А любовь к пророку есть не что иное, как любовь к Аллаху. Моя любовь берет основу от любви к Аллаху. Проблема в различии, в противопоставлении Аллаха и посланника друг другу, а это искушение и болезнь. Он сам должен опасаться жить с этим искушением. Сподвижники не жили с этим. Сподвижники отдавали своей жизни, они любили его больше, чем что-либо. Сподвижники даже в желании что-либо кушать следовали за посланником, саллиллаху алейхи вассалам. Сподвижники все, что связано с ним, считали великим, священным, почетным. Когда он совершал омовение, как это передается в достоверных сборниках Бухари и других, они чуть было не дрались за каплю воды. То есть они едва не подрались из-за капли воды, которым посланник совершал омовение. Сподвижники старались первыми получить эту воду, капли воды, которыми они протирали свои лица. Тот, кто не успел, брал с рук другого. Они что же, не знали, что он человек? Когда посланник побрил волосы на прощальном хаджи, он повелел цирюльнику делить волосы и половину оставить себе, а другую раздать тем, кто присутствует. Если вопрос заключается в испрашивании благодати через вещи посланника, и если бы в этом была доля сомнения в том, что можно впасть в ширк, разве разрешил бы посланник Аллаха раздавать их? Разве не ему доверили единобожие? Сподвижники едва не дрались, каждый хотел что-то получить. Когда он увидел, что не хватило тем, кто присутствовал тогда вокруг него, он повелел цирюльнику делить на две части то, что оставалось у него. И Халид ибн Валид получил волос пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Он помещал его в свой шлем во время джихада, и теперь пусть кто-то исправит вероубеждение Халида ибн Валида, если в этом есть опасность. Говорят, что в одной из битв, когда мусульмане то атаковали, то отступали, Халид напал на армию врагов в одиночку. Люди удивились, ведь его могли убить. Его спросили, что случилось. Он сказал, мой шлем упал, и я вернул его. Шлем? И это из-за шлема? Он сказал, в этом шлеме волос пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Пусть я умру, но не дам лошади врага наступить на него. У Ахмад ибн Хамбала, имама своего времени, был один волос пророка Мухаммада, который он получил по цепочке. Он завещал поместить его на глаза, когда его завернут в саван, и спрашивая благодати пророкам и его волосам, саллиллаху алейхи вассалам. Это и есть вероубеждение праведных предков, если мы говорим о вероубеждении. Таким они видели пророка, и никто из них не говорил, что это возможно то-то и то-то. Достоверно известно, что у нашей госпожи Маймуны, жены посланника Аллаха, была джубба пророка после того, как он перешел в мир иной, саллиллаху алейхи вассалам. Говорят, что при заболевании кого-нибудь из числа сподвижников они исцелялись с помощью этой накидки. Ее обмакали в воду и отправляли воду тому больному, и попив ее, тот выздоравливал в тот же час. Аллах исцелял его. И что, давайте тогда исправим вероубеждение нашей госпожи Маймуны, жены посланника. Так жили праведные предки, так будем жить и мы. Но есть слова одного моего шейха, познавшего Аллаха, которыми хотел завершить тему, в которых он говорит, проблема не в поиске доказательства, ибо доказательства в том числе и рациональные имеются, но проблема в любви. Тот, кто любит, не видит в этом неясности, а тот, кто не любит, не скажу, что не любит, а скажу, что чья любовь несовершенна, не созрела, то такой во всем видит неясность.